Вечно цветущий лес – это полное чудес и волшебства место, которое простирается до самого горизонта. В самом сердце леса растет вечно цветущее дерево – источник всей магии в мире. Здесь живут хранители вечного цветения, смелые и благородные лошади, которые защищают дерево и силу, которой оно владеет. Однажды чудовищная темная буря пронеслась по лесу, разметав лепестки дерева и унеся их в дальние края. Теперь хранителям предстоит отважно отправиться в бег на перегонки со временем, чтобы спасти свой родной лес и вернуть в мир магию, пока еще не все потеряно. Коснитесь лесного духа, и он приведет вас к хранителям. Этот счетчик показывает энергию вашего хранителя. Накормите вашего хранителя, чтобы восстановить энергию и ускорить его бег. Сытый хранитель получит ускорение во время следующего забега. Энергия вашего хранителя полностью восстановлена, и он получает бонус к скорости. Лилия родилась в сердце леса и принадлежит ему так же, как и вечное цветение. Возвращаются к вечно цветущему дереву, и расцветает цветок лилии. Но ее путешествие только начинается.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть список особых целей. Достигните этих целей, чтобы получить янтарь в награду. Приобрести для вашего хранителя магическую броню, которая подарит ему магические усиления. Здесь показаны магические усиления вашего хранителя. А здесь вы сможете купить новые украшения для вашего стойла с помощью янтаря. Хранитель получит ускорение во время следующего забега. Вечно цветущее дерево возвращается магия.